Это не значит мертвый. Ну тоже зараженные, тоже беда. А ну, Фима, наедь по Фене на коронавирус. Что? Вот он мне говорит, извини, Роман. Я говорю, наедь по Фене на коронавирус. Найти спасение для коронавируса. Я говорю, по Фене наедь на коронавирус. Что, что спасение? Я говорю, наедь на коронавирус, там скажи, ты сука, блядь, ёбаный ты в рот. Ты слышишь, что этот мышгаз говорит, нет? Ой, блядь, он ругается по-русски. Он блатной. Скажи. Блатюган. Он мне говорит, что ты говоришь, что за лекарство, Роби? Ой, дай Бог, мама моя, дай Бог. Что, нашли какое-то... Я сегодня дают. Ну, слава Богу, если пронесет, блядь, будем праздновать. Пусть он нам поставляет поляну. Буду, спасибо, Робик. Давай, Лильке привет. Будь здоров. Давай, давай, пожалуйста. Он знаешь, что сказал только что? Ну. Что пиздец. Сегодня утвердил этот самый, нашли Трамп? Лекарство. Это утвердил этот, как его, президент. Ну. Ну как его? Трамп. Трамп. И уже в Нью-Йорке начали давать. А на Брайтоне знаешь, сколько случаев? Сколько? 90. Нихуя себе. Зараженных. Да, но не имеется в виду в Бруклине. Все, отойди подальше. Чтоб я тебя не заразил, ты не понял. Да я понял. Все, интервью закончено. Ну скажи, все будет хорошо, Фима? А? Все будет нормально? Ну дай Бог, ёпта.